В селе Учугея Миконского района стартовал Индигирский образовательный форум. В форме мастер-классов и диалоговых площадок педагоги, родители и директора школ смогли поделиться опытом своей работы и узнать много нового. Тему продолжит Валентина Егорова. Индигирский образовательный форум собрал ведущих учителей Федеральной автотрассы Колымава в Миконском районе. Целью – повышение качества и формирование открытого образования. В мероприятии приняли участие представители Мегинкангаласского, Чарапчинского, Татинского, Тампонского, Миконского и Момского районов. Мы говорим сегодня о реализации открытой школы открытого образования, провозглашенной министром образования на территории республики в рамках ЮНЕСКО конвенции. И мы говорим о том, что образование может быть доступным, но его таким нужно сделать. И его нужно сделать доступным и качественным для каждого ребенка, независимо от того, на какой территории он проживает. И представить ему все возможные услуги в новой системе образования, в новом законодательстве, в новом федеральном стандарте. Форум начал работу в селе Ючигей в средней общеобразовательной школе, где встретили делегатов древним обычаем эвенов. Здесь прошли мастер-классы и диалоговые площадки среди педагогов и родителей. Делегация Мегинкангаласского района прибыла в составе 7 человек. Это директора и учителя школ. Они поделились опытом своей работы. Вот этот форум нам дает, ну, как агропрофилированная школа, как директор, ну, руководитель агропрофилированной школы, Мегинкангаласский вуз может, ну, сотрудничать со школами Аймаконского вуза. Мы уже, ну, уже мы в передовом опыте находимся, мы уже давно работаем как радиотехническое направление. И поэтому сегодня я рассказал, ну, в мастер-классах опыт Расселодневской школы, как зарабатываем деньги, как и приучаем к труду. Форум продолжит работу в поселках Тамтор и Уснера, где также будут проведены мастер-классы, пленарное совещание, круглые столы и методические семинары по повышению профессионального уровня педагогических работников. По результатам проведения форума будет подписано партнерское соглашение между улусами Федеральной автотрассы Колыма о реализации сетевого проекта «Открытая школа». Валентина Егорова, НВК Саха, Аймеко.